Ну что, ребят, всем здравствуйте, здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Black Book. Да, я записываю подряд сейчас, поэтому не видел вашей активности, к сожалению, да, сейчас. Но когда это будет выпускаться, я, наверное, увижу и порадуюсь, очень будет приятно. Вот, что мы в прошлой серии делали? Мы победили этого демона, беса, не знаю, кто он там был, с крыльями такой здоровый, да, победили. Он теперь у нас на работе, собственно. Смотри, что мы сделаем. Мы в прошлой серии отправили всяких там вот бесов, демонов, да, кто там, ну, бесы, скорее всего, да. 13-й брат, он теперь у нас, понимаешь, теперь у нас наработки, да. Всяких вот чертей, бесов, короче, отправляем на работу. Нужно каждого, вот видишь, что 4 дня, один день, 2 дня, да. То есть их надо каждый раз на работу, да, отправлять, либо они нас будут доставать, собственно. Вот, просто походили по карте с тобой, сейчас, походили с тобой по карте. По новой карточке у нас теперь с тобой сегодня. Наверное, мы даже в этой серии, наверное, разложим так, чтобы было удобнее мне, да? Вот, поэтому, Саш, поудобнее. Надевайте плетик. Напоминаю, эту игру, в принципе, все прохождение, да? Там в правом или верхних углах будет ссылочка на прошлую серию, да? И на плейлист. Можете смотреть с родными, близкими, потому что мата здесь не будет. Если он будет запикан максимально. Вот, поэтому приятного просмотра. Надевайте плетик. Приятного аппетита, кушать, приятного чаепития, в Питере питья воды. Приятного вам еще раз просмотра, да. А мы, собственно, начинаем. Ссылочка, кстати, в описании на плейлист еще находится в описании, да. Вот. На прохождение данной игры. Все, продолжаем наше путешествие по данной игре. Игра очень достойная, очень классная. Так, что мы с тобой сейчас сделаем? Просители 4 у нас с тобой. Пестер, ага, черная книга. Что здесь? Давай мы с тобой разложим сейчас... Ой. А, это можно купить. Ну, здесь что? Здесь. Подожди, а как? Подожди, а как мне? Давай с тобой разложим. А, я могу только так, да? А, я не могу, да? Нет, так еще, да, у меня нет. Ага, ну я понял, да. Угу. Давай тогда вот так. Я думал разложить все, а тут нужно печать, чтобы раскладывать их, окей. Вот это очень тема, очень, очень полезная нам с тобой. Очень прикольная тема. Вот это очень полезная тема нам с тобой. Вот, в принципе, вот так вот оставим. Так, ну здесь мы отправили их. Че тут? Как я колдуном стал, так совсем по-другому уезд увидел. Нечисть где только не ютится. Тоже мы заметила, небось. Да и свои бесы житья не дают. Как ты колдуном стал, дедушка? Ну так чё, я тебе на медь не сказывал, как окаянный Тимошку-то унес. Вот потому и решил стать колдуном. С кривохвостами бороться. Слышал я, что пастухи-то люди знаткие. Вот и стал под паском. Помогал Прокопию юродивому. Не к ночи помянут будет. Он и грамоту лесному изладить умел. Ну и скотину сыскать, понятно. Вот и начал я уму-разуму у него учиться. Да история-то долгая. Я после скажу, как знаткость-то получил. Но не от Прокопия. Самому вертеться пришлось. Тебя-то ясно. Я он как обучил. Цени. Ценю, дедушка. А что за мужик был, Прокопий этот? Недобрый. Недобрый. И шибко знаткий. Много людей испортил. Только этим ты и жил. Да и сам я чуть не попался. А пастухи-то чё? Знаткие тоже? Ну как нет-то? Поди скотину по лесу собери без помощи нечистого. Грамоту лесному дедушке написать уметь надо, чтоб помогал. А если черт корову ведет, к примеру, а тоже надо у окаянного ее отбирать. Научишься.
Чё думаешь, пастух всё в поле лежит да в небо поплёвывает? Сейчас-ка, ага. Давай спросим про нечто на мельнице. На мельнице-то черти жернова крутят. Ну так чё, не мельнику же их крутить. А ветер-то не может? Везде чертей нужно использовать. Опасно. Да и грех какой. Ну а чё ты хотела? Скоро век 20-й. Черти, может, жизнь-то и упростят. Муку молоть начнут, жать рожь. Про пароходы слыхивала? Думаю, там паровой черт сидит. На вроде самоварного. Как ты с чертями-то справлялся? А как? Работу им давай, да и делов. Да только не совсем они справляются, Баска. Работа их — это порча. Другую-то не шибко любят. Новая обличка. Давайте, ребята, вам быстро сделаю. Так, кому интересно, вы прочитайте. Обязательно паузу поставьте, да, там. Вот, это тем, кто, да, прошу прощения. Там, те, кто хочет прочитать, прочитайте обязательно. Вот. Так, после поговорим. Давай, просителей ждем. Их 4 Егор штуки. Егор Евлампович, Василиса Федоровна, так снова я. Зашел поблагодарить. Перестал блазнить беста. Вот и предмет, как и обещал. Сломал чертище кое-что на мельнице. Ну да ладно, починим. У меня в запасе есть деньги те, копейки те на починку. Часть на мельницу, а часть внуку оставлю. Эх, ладно. Мельнику эта ступка досталась по наследству, наверное. Уж больно она старая. Чувствую, что наговоры на нее были прочитаны. Трава лечащая, заговор устанавливает плюс один. Все одну хпшку. Васька, здорово! Распухла она, как ты и сказала-то. Ну, знатка, вот тебе от нашего хозяйства. Ну, бывай. Здравия и долгих лет. Молочка к рынку вам кума передает с поклоном. Колян, ты что ли? Здорово, дед Егор. Ого, вышел из армии. И давно в Вильгарте? Вернулся, уж с неделю. Ишь, долгопялым каким стал. А? Сколько в тебе вершков, 12? Ну, с чем пожаловал? Слышал я, Василиса, про парня твоего. Знаю, тяжело близких терять. Но я по делу пришел. Помощь нужна ваша. Вчера поспорили на сходбище. Говорят мне, побоишься ночью в баню идти. А я нечисти-то не боюсь. На войне был, чего там только не видал, сами понимаете. Пошел в баню ту старую, у Колвы, которая заброшена. Время полночь или за полночь. Отворяю дверь. А там словно синий огонек горит. И тишина. Я тянусь в каменку. Ну, за камнем с печи. Докажу, что в бане был. Внезапно меня мохнатой лапой хватит за левую руку. Вот, глядите, и след остался. Нечистый. Держит меня, не отпускает. Вдруг говорит бабьим голосом. Возьми, мол, замуж. От руки как пламенем пышет. Тут меня жуть взяла. Возьми, да возьми. Ну, говорю, возьму. Тогда и отцепилась чертовка. Я дёру-то и дал. Эх ты,
бесячья сила. Вы люди знатки, помогите, что делать-то, а? Николай отправился в полночь за камнем из Каменки. За руку его схватил какой-то бес. Кто это может быть? Баня. В бане часто случаются пожары, потому выстроены они на берегу реки, топят их по-черному. Почти в каждой живет банник или банница. Это капризные духи. Они могут и пожар заладить, и задавить, если не угодишь. В бане, говоришь? Ну, это точно нечисть. Думаю, банники. Господи, правый. Лапа у нечистого мохнатая была. А еще что разглядел? Да ничего, темень была. Лапа у нее черная да мохнатая. Че с камнем сделал с печи? Ну так это с собой прихватил. Спорта надо выигрывать. Про черт рассказывать не стал. В избе потом у себя оставил. Рассказал бабке-то, так она к вам погнала. А, мудрая баба, кумать твоя. Ладно уж, не оставлять же тебя врагу на съедение. Ты, Василиса, присмотрись к черту. Может, банница-то с осиновой печатью и будет связана. Ночью идите вместе к старой бане. Поговорите с чертом, да узнайте, зачем сосватался. Ты, Колян, смажь глаз левый вот этой мазью. Тогда тоже черта увидишь. И камень тот прихвати. Как скажете. Да я хоть сейчас готов. Так, что там появилось еще у нас? У вас появилась возможность брать на задание помощников. Каждый помощник обладает уникальной способностью, которую можно использовать во время сражения. Наличие или отсутствие определенного помощника влияет на исход событий в игре. На паузу, да, там на паузу нажмите, если кому интересно почитать, почитайте. Так, давай еще одно просильца. Че, Васька, говорят, знаткой заделалась? Тебе вот интересно будет. Мы собирали ягоды у Каджильского озера-то на днях. Да я вот и тебе принесла немного. Это там, от Запольских недалеко. Набрели на поляну с ямами. Ой, страх. Так думала, может, тебе пойти? Вдруг там нечистый? Так, основные задания. Поговорить с чертовкой из бани. Это получается вот сюда. Сюда. Удар наотмашь. Плюс 5. Вот это, кстати, очень интересная тема. Не думал, что у знатких пом... Всегда только на себя рассчитывал. Как служил-то? Понятно. Так, что у нас здесь еще есть? Смотреть старые ямы. У нас теперь с вами помощник есть. На дороге вы замечаете черный силуэт. Он подернут дымкой, и его очертания сложно различить в мягком ночном освещении. Воздух наполняют быстрое движение, и круг очерчен. Вы читаете заговор и прерываете странную песню демона. Let's go! Так, что там? РБ. Призывает другу нечисть. Понятно. Так, ну что мы можем сделать с тобой? Ну, давай вот так вот.
Наверное, вот так сделаем. Бам. 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 Четверочку, да? Не знаю, правильно, неправильно я сделал, но посмотрим сейчас. Так, у того два хода, да, осталось. Чисто в защиту уходить. Один ход остался, аккуратнее. Хорошо, мы сейчас в защиту, конечно, уйти. Сейчас будет больновато. Кого ты? Это что? Яд. Каждое прочитанное слово, кроме жест, наносит вам. Один носит вам один этот, понял? Да. Так, ну, там 8. Давай вот на него. На него. Вот так сделаем с тобой. Для чего мне вот это дается? Это что вообще? А, вот так, то есть, скажем, ходом. Очень-очень плохо, что нету. Я, наверное, сейчас сделал вообще неправильно, да? Сейчас будет больновато. Ой-ой-ой. Одна хпшка останется. Ой-ой-ой.
А почему я не могу использовать-то? Ну все, это ББ, да? Давай еще раз. Просто не могу как использовать вот его, к примеру. Трав у меня нету. Очень жаль. Так, ну поехали, чё. Вот так вот сразу делаем. Давай вот, наверное, вот так вот и вот так вот. Как использовать-то, я просто не понимаю. Ну, хоть не так сильно он добавил. Подожди. Я понял, окей. Я просто не понимаю, как это с геймпада это делается. Никак не делается. Восемь, шесть. Ну, хоть так сделаем. А, один раз всего лишь. Вот так сделали. Сейчас будет больновато. Ну что, мальчик, ты готов? Нет, да. Почему? Какой-то бред. Поехали. Я захилюсь, а на тебя натравлю его. Я не просто не знаю, как с геймпада это делать. Просто я нажимаю на эту кнопку, она ничего не делает, к сожалению. Бам. Блин, мне бы сейчас, конечно, защиту бы какую-нибудь. Можно? Ну, сейчас ББ будет.
У меня сейчас вообще чуть-чуть останется. 3 хпшки осталось. Можно мне защиту, пожалуйста? Спасибо. Нет, не то использую. Спасибо большое за защиту. Но это нам... Хотя... Хотя, если не ошибаюсь, значит должно у меня удвоиться, да? О, как раз. Все, все, все. Так, дай мне защиту сейчас и хилку установить. Понятно. Семь. А сейчас ББ, да? Да, это ББ. Все, ББ. Пресс-сев. Я просто не понимаю. Я просто не понимаю, как это работает. Он, ну, карты не дают, карты нормальные. Что это такое вообще? А, или они заканчиваются? А, они могут заканчиваться? Вот так делаем 100%. Вот так. И вот так. Пока что будем сейвить все. Ну, именно карты. Только попробуй. Ок, чел, ок. Ты молодец, красавчик просто. Вот так сделаем, наверное. И его, наверное, фиганем вот по нему. Так будет правильно, я думаю. Просто. Я сейчас буду... Сейчас будет больновато. Сейчас будет больновато. Хотя. Ну да. Так будет правильным. Давай, let's go. Нормально, нормально, живем. Вот так сделаем с вами. Может быть, сейчас мы их выиграем. Минус. Все, 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 изи. Давай. Хорош. Просто хорош. Почему нельзя было так сразу по картам мне дать нормально? 9 у него. Он 8 будет давать. Вот так сделаем.
Ну все, тебе ББ. Тебе ББ. 6, да, все, это можно вот так просто заканчивать, все. Вот так вот, вот так вот. И вот так вот. Бам. Бам. Все, до свидания. Складно, значение эффекта слова увеличивается на 1 за каждое другое слово того же заговора. Плюс 1 хпшечка. Крепкая, 1 складная. Крепкое слово остается в заговоре 1 ходов и оказывает влияние на другие слова. Значение эффекта слова увеличивается на 1 за каждое другое слово того же заговора. Давай его. Let's go дальше. 18 хпшек у нас. Ё-моё. Впереди вы замечаете странное явление. Клубок змей перекатывается по лесной дороге, поблескивая чешуей в лунном свете. Николай только усмехается. Он играючи подбирает большой камень и швыряет его прямо в змеиный клубок. Большая часть змей уползает в свои норы. Но несколько разъяренных гадов направляется в вашу сторону. К счастью, рядом с выкорчеванным камнем обнаруживается лечебная трава. Ну, хоть что-то. РБ. Каждое... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Каждое прочтенное слово, кроме жеста, вносит вам... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасник. 18-19, да? Давай... На этого. Пока что я его не буду сил трогать. Нормально, хорош. Хорошо. Просто две хпшки будет сносить, прикинь. Тупо две. Правильно, неправильно, за посмотрим сейчас. Минус 4 сейчас будет у нас. А, еще минус 6. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, аккуратненько, аккуратненько, подожди. Так, давай мы с тобой подлечимся. 3, 5, 8 получается, да? Опасненько, опасненько. Ну, хоть так, взлетелись хоть. Так. Ну что, пора заканчивать с вами, да, ребятки? Пора с вами заканчивать. Вот так сделаем. Минус один. Да все, все, мальчик, до свидания. Просто до свидания. Просто вот так сделаем, все. Выберите новое слово. Новое слово автоматически добавится в состав черной книги. Статус негативный. Снимается негативный статус. Крепче камня.
Один урон наносит. Лютая. Два. Увеличит свой урон на два после каждого применения всех словах с этим названием. Конечно, давай про хапашечку. Давай лучше хапашечку возьмем. Так, что тут есть? Магаз. Есть. Не знаю, зачем, что я сделал, но посмотрим сейчас. Посмотрим! Рядом со старыми могилами расположился черт. Его взор устремлен в небо. Кажется, он погружен в свои демонические мысли. Заметив вас, он лишь вздыхает. Ах, это ты! Я помню, как ты летела в пекло. Ишь ты, болтливый бес какой! Ну, эх, невидаль. А я из пекла вылетел, да тут задержался. Помоги мне найти ответ на вопрос, а я тебя награжу, увекшица. Ну, давай. Давай. Спрашивай. Ищу ответ я на вопрос. Что на свете три косы? Ну, это просто. У меня вот одна коса. Действительно, у девки коса. Но что еще две? Что на свете три косы? Первая коса у девушки. А вторая что? Вторая. Поле косой же косят? Поле косой литовкой убирают. И то верно. Это вторая коса. А третья коса где? Что на свете три косы? Первая коса у девушки, вторая литовка. Что же третий зовется? Длинный мыс на реке косою зовут. Да и у Камы приток такой есть. Точно! Как я-то не догадался. Ишь, знатка ты. Возьми вон, клад тут был зарыт. Ну а мне в пекло пора. Демон исчезает во всполохе пламени. Остается лишь продолжить путь. Интересно, интересно. Сейчас дойдем мы сегодня до сюда, до конца или нет? Перед вами вырастают останки сгоревшей избы. Все бревна почернели, часть строения обвалилась и уже поросла мхом. Только беленая печь светится в лунном свете. Она пережила даже пожар. Вы обходите дом по заросшему высокой травой огороду. Внутри темно, и только обгорелые доски торчат, словно гнилые зубы мертвеца. Среди руин вы замечаете мохнатый силуэт какого-то... Сложно сказать, кто жил в этой избе. Вы вступаете внутрь. Кажется, в воздухе до сих пор висит запах гари. Теперь вместо крыши звезды и еловые ветви. Внезапно у печи вы замечаете мохнатый силуэт. Чтобы ты только вы делаете это? Движение в сторону таинственной фигуры, как он исчезает. Там, где сидел черный дух, теперь лежит комок печной глины. Вы забираете... Вот это хорошо. А вот это очень хорошо. Это очень хорошо. Да, полпути уже пройдено, кстати говоря. Полпути пройдено. С вами мы прошли.
Ничего, пряньки-то распродала уж все. А, ты за травами? Ну, давай, смотри. Давай одну такую возьмем. Ничего себе. Ну, попробуем что-то такое, посмотрим. Это очень интересная тема. Значит, что-то нас ждет дальше, да? Что-то ждет. Ну, я просто не знаю. Ну, я прочитал, что они здесь, посмотрим, как она работает, в принципе, в бою. Горящий огонек. Вы идете на этот свет и вскоре оказываетесь у одиноко стоящей церкви. Внутри тепло и уютно, пахнет ладаном и старыми деревянными скульптурами. Вскоре вы слышите спокойный голос. Опять по ночам ходишь, Василиса. Осторожный будь на своей дороге. Может, она привести в такие места, откуда никто уже не вызволит. Вы шепчете молитву и переводите дух. Что у него купить можно? А ну-ка, подожди. Вот это мы, наверное... Это мы с тобой, наверное, продадим. И вот это. 66 у нас с тобой. Там увеличивает на 5. Вот это очень полезная тема, вот это очень полезная. Вот это я куплю, наверное. Это очень мне полезная тема. Очень нужная. Спасибо большое. Огромное спасибо. Так, кривой док. Давай сюда загоняем. И я думаю, в принципе, можно будет, наверное, заканчивать. Ну, может быть, два места загоняем и закончим, наверное, серийку. Вы подходите к зияющему чернотой обрыву. Сухие кусты торчат из его крутых склонов, как прогнившие зубы мертвеца. Вы осторожно заглядываете вниз. Неожиданно весь лес вокруг освещает тревожное красное марево. Подняв голову, вы видите, как по небу, извиваясь, летит огненный шар. Ваши слова теряются среди густых ветвей. Огненный шар улетает, и лес вновь окутывает тишина. Впереди гниющий мост через исхудавший приток Колвы. В лунном свете вы различаете чей-то силуэт на той стороне. Вы делаете несколько шагов в сторону силуэта, но он растворяется в предрассветном мареве. Мороз пробегает по вашей спине. Кто? Кто?
Да. Кто это? Так, ну, let's go. Банька на берегу. Или давай тут оставим следующую серию, думаю, да? Давай стоп ставим, сохранимся с тобой. Да, стоп ставим на следующую серию это все дело, да? Спасибо за просмотр. Вот такая вот серия была. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, мне это меня мотивирует делать дальше крутые ролики, да? И есть пару идей на будущие ролики. Ваша поддержка решает все, получается. В принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно. 74% смотрит без подписки. Ну, это надо исправлять. Я считаю, это неуважение. Неуважение. Исправлять надо. Спасибо за то, кто это сделал. Ну, вам сложно мне прям реально секунду потратить, а для меня это прям реально стимул делать что-то дальше. Что-то дальше, что-то очень крутое по контенту и тому подобное. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.